Сегодня безумные гонки прошли в Петербурге, состязания, в которых в каждом втором заезде случается по несколько аварий, и никто не обращает на них особого внимания. Гонки, где моторы начинают работать на максимальных оборотах со старта соревнования, где пыль из-под колес в десятки раз превышает размер машины. Как в таких условиях гонщикам удается не только выживать, но и выигрывать, выяснил Никита Бобрышев. Эти машины подлетают на высоту втрое больше собственной длины. Пилотов не беспокоит столкновения, заносы и вылеты с трассы. Никакое препятствие не может остановить гонку. Ведь на чемпионате по автомодельному спорту каждый смотрит свысока на все, кроме деталей. Для того, чтобы нормально управлять моделью, нужно уметь ее правильно настраивать, потому что в данных моделях очень много регулировок. В принципе, даже больше, наверное, чем в моделях как один к одному больших. Что предпочесть из трех типов авто? Багги, трак или шорткост-трак? Какой установить двигатель? Электрический или внутреннего сгорания? Это лишь малая часть вопросов, на которые пришлось ответить каждому из 40 участников. Здесь все машины уникальны. Они не продаются собранные, они продаются в виде набора запчастей. Да? Их надо собрать, с определенным образом настроить, отрегулировать. Кроме того, нужно подобрать электрическую часть, ну, электронику и подобрать мотор. Впрочем, если с машиной простор для творчества существует, то вот насчет полигонов для обкатки все весьма плачевно. Эта трасса единственная в Петербурге. Да и в стране специальных арен для соревнований не хватает. Именно поэтому отечественные спортсмены проигрывают западным. Даже шутят, что не пригласили иностранцев из опасения, что те займут все призовые места. В отсутствии подобной конкуренции золотые медали в четырех зачетах поровну поделили москвичи и петербуржцы. Но несмотря на все разговоры о жажде побед, остается ощущение, что для этих спортсменов все-таки главное выглядеть свои модели. Например, вот как для этого обладателя вертолета, который с удовольствием выступил вне зачета. Никита Бобрышев, Денис Смирнов, Сергей Бигбаев. Последнее известие. Спорт.